Приветствую вас, мои хорошие рукодельницы, зрители и подписчики моего канала. Покажу я, как храню свои крючки для вязания. Это школьный пенал, который застегивается на молнию и имеет крепление на резиночках. Сюда помещается 3 набора крючков, ножницы, сантиметровая лента, карандаш, иголка для трикотажа. Для меня удобны простой металлический, без толстых ручек. Крючки у меня простые. Обрезаю концы нитей, оставшиеся от соединения детали пледа. Желаю всем рукодельницам ровных и нескучных петелек. До новых встреч!